Здоровенькие ребят, вы на канале Фордмаг. Ну что же, смотрим новый ролик от канала Валер Гостера. Ах, смотрю на куклы. Да, на жутковатые куклы, человещателей, игродол импостер. О ней я ни разу не слышал. Что ж такого откопал Валера? Ну поехали. Всем Валера, я. Сегодня у нас дол импостер. Там нужно определить, кто из этих куколок врунишка. Сиди, анализируй, найди до 9 утра. Ваша задача смотреть, как я играю, а моя играть. Ну все, погнали. Вот они, наши потенциальные шалунишки. Не нравится, не нравится, опросить их. Не знаю, почему немножко вспомнился шестой ФНАФ. Иви, Эми, Маги, Доль. Короче, их тут дофига. И кто-то из них Виктор. Хотя и Лисима. Извините, я просто уже сбился со счета в отношении ФНАФов. Ну, проще говоря, пиццерия Симулятор. В общем, кто-то из них мразь. Я должен выяснить, кто. События происходят только после сна, сон равен часу. Кукла может перемещать другие куклы, либо перемещаться сама, либо убивать их. Можно включать всякие штуки, чтобы проверять реакцию кукол. Куклы могут обманывать и запутывать вас. Держите дверь закрытой. Да, разберусь без вас. Я понял, что тут? Свет, телевизор, кровь, музыка, чай с друзьями, чай с врагами. Куча типов, пойдем смотреть, кто где срал. Типа, а чё закрылись-то? Я к вам вообще. Чё, все на местах? Иви, давай сразу, говори, кто это, и закончим. Все на своих местах, я так понимаю. Жутковатый, на самом деле, какой-то, знаете, прям музей из разряда... Посмотрим на куколок Аннабель, типа того. Понимаю. Какие вы все неприятные, однако. Ладно, подозрительные типы. Вообще, всегда вот такие куклы напрягали, которые, знаете, пытаются вроде бы в реализм, но такой преувеличенный, с такими очень жуткими чертами. С ними. Закрою-ка я их пока. Короче, тактика такая, запоминайте. Сейчас я ложусь спать и, скорее всего, огребаю от этих Барби и Кенов. И, собственно, все. Вот я уверен, я сейчас засыпаю, а на GGSL сейчас проходит закрыто. Так, автору приятного аппетита, а мы продолжаем. О, пошел движ какой-то. Так, на соске появилась кровь и чай... На доске и чай с врагами. На каком соске, блядь, о чем я думаю? Может, проблемы с сосками какие-то? Мало ли, на провельце. Понюкали мне помещение тут. И это чай с врагами, да, у нас? Чая я у них, конечно, не наблюдаю. И поперемешали, смотрите, Доли там теперь Зои. Ага, и от Лаки оставили кровавый понос. И что это мне дает? Слышите, чаевники, признавайтесь, кто грохнул Лаки? Бастин, Фредди, Макс, Билл. Детектив Валерий на связи. Ага. Блять, я и забыл их имена. Бастиан точно был. Ща-ща, сидеть на месте с тем. Бастиан, Билл, Макс, Фредди. Да, и что мне это дает? Ну вот эти попили чай. Без меня. Значит, виновны. Джентльмен, предатель, ребенок, герцог. Это Макс. Он любит кровь? Поздравляю. О, блядь. Куда? На кровать с ногами. Смотри. Так, блядь, ты, товарищ, давай-ка не копируй четвертый ФНАФ. Он еще и Лаки грохнул, потому что он ненавидит Лаки. И остальные три у него враги. Если Лаки помер, это точно Макс. Поздравляю, Макс, вы спалились. Все, вы слабое звено, нахуй с палубы. Че так просто? Этого оставляем, все, спать. Макс, Макс. Как же я быстро забрался. Опа. Да? В смысле? Ага, сейчас. Очень быстро. Ты проиграли, это Макс, все правильно. Или нужно зачеркнуть всех, кроме него. Верните победу, мне не говорили, как их выбирать. Я считаю, что я прошлый выиграл, мне пофигу. Доска говорит, что там есть свет, но мы проверим. Мы же не верим, что пишут на заборах. Там может быть написано ху, но не факт, что он там будет. Че вы, обезьяны хитрые? Ладно, свет тут горит, но не факт, что им нравится свет. Я не верю. Мне нужны еще подсказки. Я ложусь в баиньки. Часик поспал, и они уже врубили музыку, двигают себя и устраивают чаепитие. Интересно. Вот аж однако куклы пати-то устраивают, а? Приветики. Нормально чаевничать без света? Музыка вам нравится, а если я выключу? Ладно, палиться вы не собираетесь. Давайте так, ничего не делайте, если кто-то из вас гнида. Ага! Надо теперь решить, кто. Дула, Эви, Лаки... Эльники, беники, ели вареники. Кто сегодня станет гнидой, я не знаю. Путь будет Иви. Флора. Собрались, блядь, тут они чай гонять ночью. Вот, Доли, Флора, ладно, проверяем эту четверку. Короче, девочки шалят, мальчики свободны сразу. Бля, я забыл их имена. Вам как в бухгалтерию заходишь, кто-то гоняет чай постоянно. Так, они не все между собой друзья. Подходят только Лаки и Флора из этой кучи. Еще здесь музыка кому-то нравится. Им двоим нравится музыка. Я чешу жопу сейчас и пытаюсь думать жестко. Ребята, ну-ка, мало ну-ка, данных, ну-ка. Давайте я вас запираю, а вы там шалите еще часик. Пусть тут уже спалятся и прекрасно.
Что случилось? Открывание коробок произошло. Опа. Лаки открывать коробки не любит, Флора любит. Ну, ребята душные, она им форточки открыла просто, что ли. Короче, что, либо мы верим, что это Флора, либо Лаки, которая не нравится открывать форточки, открыла их, чтобы подставить... Не могу, все-таки я в некоторых моментах, они очень жутко выглядят с этими пустыми порой глазницами, еще этот черно-белый фильтр, блин, это работает знатно. Флору? Нет, Лаки дружит с Флорой, она не может так поступить, это мразь Флора, все, спать. Какие страсти накалы между куклами, которые просто стоят АФК. О май гад. Опа! Молодца! Все, теперь все правильно. Блин, это действительно Флора. Это просто, на самом деле. Короче, тогда, раз все так просто... О, открылся трудный. О, 6 утра. И без подсказок на доске. Ну, пиздец, тут уже, я не знаю... А, жопу ради кукол надорвем. Это же просто челлендж для моих детективов. Детектив. Сосите. Первое, что бросается в глаза, открытые уроды. Чел дал подышать всем, кроме Рики. Мэгги сегодня тоже у нас не дышит. Ну, больше я тут ничего не наблюдаю. Здравствуйте. О, блядь. Я включу еще музыку. А эту куклу вы где достали, блядь? Коробку вот эту и свет. Итак, я еще выясню, что им нравится, не нравится, поэтому. Умный я, умный. Так, не форточников исключаем сразу. Угу. Так, а что-то... Форточников. Как будто те вам люди, которые кто играет в PUBG, а кто в Fortnite. Это не стало, слушайте. Ну это первый час, ладно. Я вычислю его, не переживайте. Что за движ произошел во втором часу? Смотрим. Что отворили? Ага, вырубили телек. Свет они не тронули. И музыку они тоже не против послушать. И вот выселили пацана. Теперь он на полу живет. Что я могу сказать? Хочу пиццу. Значит, нужно убрать... Пиццу-то было бы хорошо. Да вот только куклы, наверное, будут против. Тех, кто вырубает телек. Вот тут я, кстати, накакал себе в штанишки. Я должен был оставить тех, кто вырубает телевизор. 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 А, я больно на это смотрю. Телевизор. 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 Ну вот, сколько я исключил. Я молодец? Ты долбоёб. Ну все, три типа. Это изи чек и изи вин. Ага, давай, давай. Там стоит пацан перед вином. Обожаю, когда в такой виде, знаете, происходит, что начинаешь корить себя за ошибки. Вот это напоминает тот самый ролик с индука, когда он поехал в Японию, нажрался всякой всячины, типа разных снеков там из всякого японского шоколада с васаби, бобов и прочего. Потом, блин, это писал комментарий о том, как он с поносом сидел. А Иви не любит других двигать, так что это точно не Иви. Ну все, Эми и Доли остались. Чекаем и в шоколаде. Угу. Говнечуйка у меня на Доли, все. Никаких фактов, только чутье. Пожалуйста. Пожалуйста. Это вообще пацан. Это вообще Пенни, как так-то? Реально, как так-то? Так, что он тут делал? Чай, организация, открыть коробки, музыка, кровь, телевизор. А чё не вырубал? Придурок. Боже, какой же он тупой. Еще раз, я должен разобраться. Ну что поделать? Самокритика тоже хорошо. Браться. О, бля. Да-да-да, сейчас. Сука. Ситуация какая? Играет сука, музыка, сука. И все с хитрыми рожами сидят у себя по коробочкам. Вот вам еще телек и свет. Шалите погромче, давайте. Значит, мы исключаем тех, кому не нравится музыка. Оно прогрессирует. Не нравится музыка. Ладно, пойдет. Половину отсеклась. Две открыты у меня. Что за дела? А что за тишина? Свет горит. Телек работает, и музыки нет. И никто ничего не двинулся за час? Вы чё, в смысле? Это чё началось-то? Это чё ничего не началось-то? Слышите, музыка играет. Может, подтанцуете? Ну, да. Смотрите-ка. Сука, они ничего не сделали за час. Это мне просто спать, а потом получать? О, движ. Телевизор вырубили. Свет горит. Музыку включили, внимание. Значит, музыка нравится. Пооткрывали шкафы. Mm-hmm. И устроили здесь какое-то чаепитие. Кстати, у них теперь нет имен под ними. А, теперь угадывай, вспоминая, кто здесь сидел. Давайте по-другому. Значит, одна с бантиком, другая в шапке, другая девушка. Пошли. А шапки им тут не нарисовали. Ладно, с музыкой выбраны правильно. Из оставшихся выбираем, кто любит открывать коробки. Не подходит. Не подходит. Не подходит. Уже лучше. Осталось разобраться с чаем. В чай с друзьями или чай с рогами? Кто здесь сидит? Давайте посмотрим. Иви, Флора, Белла, Долли. Это друзья, по-моему. Нифига я уже выучил кукол друзей. Ё-моё. Иви, Лаки. Вот так вот. А скуки уже даже подобную хрень выучишь. Белла, Флора. Иви, Лаки, Белла. Обожаю пару, как работает человеческий мозг. Иногда пытаешься запомнить какую-то важную вещь, что не можешь запомнить. Но при этом помнишь условно, я не знаю, там состав каких-нибудь чипсов или рандомную хрень, которую ты прочитал в интернете, просто листая всякую рекламу. Белла, Флора. Хотя могут подставить, просто посадить туда. И все.
Что-то детектив с куколками. Мне будто 6. Не вдупляю пока. Сейчас там происходит чаепитие между тремя. Нравится музыка? Им всем нравится музыка. Свет горит, а это не Долли. А, Дейси-то на месте. А, ну Дейси точно не подходит, у нее в друзьях Флоры нет. Все, там точно нет Дейси. Все, 100% Флора. Это, знаете, звучит как будто исключение из друзей. Ну, блин, слушайте, вот Дейси вроде прикольная девчонка, да? Вроде бы она там дружит с моей подругой. Но она, блядь, скорпион. Просто разобрались. А пацанов-то я что не зачеркнул-то? Да, да. Это Флора, да? Я, то есть, правильно угадал. Просто не зачеркнул других. То есть, я могу. То есть, я шарю. То есть, меня не... Да переставай. Спидран по тиктокам, погнали. Я разберусь с этими плюшевыми подонками. Неплохо, неплохо, но нужно ниже. Нужно ниже, спидран по тиктоку. Не делайте на меня реакции. Свет горит, кстати, не я включил. Пацана уже наполовину в пол закатали. Бастиана, хоть первый день нашумели. Кому нравится свет? Ты. Не густо, но что есть. Опа. Что-то сломали. Кто, блядь, сломал? Несанкционированное распитие чая между парнями. И пригласили... Хороший чай в рюмках. Мэгги туда. Виктор, Фредди, Бастиан, Мэгги. А почему они у меня зачеркнуты? Я снова где-то тупой? Хорошо, они между друг другами все враги. Похоже, это Бастиан. Ему нравится чай с врагами. Слушай, да, это Бастиан. Там Фредди, Магги и Виктор, они сидят, чай гоняют радостно. Еще ему нравится свет, нравится музыка и не нравится телек. То есть, если сейчас музыка будет играть, а телек вырублен в последний день, это точно он. Музыка играет, телек выключен, полный хаос, все понятно. Бастиан, ты козел. Извините, вы спалились. Плохой человек. Кукла. Of course, никак иначе. А еще сложнее есть, а то что-то просто как-то. Нет, ну как сказать, концепция игры на самом деле прикольная. Вот без шуток. Даже при желании можно развить ее во что-то большее, например, с изучением целого дома и поиска таких вот аномалий. Его кошмар начинает. Я понимаю, конечно, это, наверное, будет что-то вроде Observation Duty, но вот так вот вычеркивая все на подобной доске. Но, в принципе, нереально, почему бы и нет? Ох, бля! Знаете, с 8 у меня час, чтобы понять, что к чему. То есть я не могу спать. Это ж супер. Это ж классно. О, любит телек, любит музыку, любит свет. Еще и кровь, еще и чаепитие какое-то. Ну, данных дофига, сейчас надо раскидать всех. Кровь не любит, вся музыка. Телек. Только по свету и телеку и музыке оставалось только Лаки. Любит чай с рогами, враги Белла, Билл, Ливи. Ну то есть, если там кто-то из этих ребят есть или все, то все, изи. Ну-ка, кто не в коробках? Белла, Билл, Лаки, Иви. Все понятно, да? Подожди, не Лаки, а Люси? Да, не. Эксперт! Что, еще сложнее будет сложно? Ну-ка. Только для профессионалов, это я, вперед! Шалят. Нравится. Музыка играет, так уже хорошо. И чаепитие фарфоровых джентльменов, знаете ли. Сидит Виктор, Фредди, Билл и Рики. И слышат музыку. А остальные свободны. Билл терпил, а музыку не любит. Но охренеть, блин, Валерка-то подтаскался, молодец. Поэтому уходит подозрение. Фредди такое же терпило. А остался Рики и Виктор, которым нравится музыка. Это друзья. Он любит чай с друзьями и с ними сидит. А ты, Рики, все то же самое у тебя. Сука, кто? Смотри, тоже считает Виктора, Билла и Фредди друзьями. И тоже любит чай с друзьями. И тоже любит музыку. И как тогда? Я что-то упустил. Все ли тут в порядке? О, у Лаки треснула еба. Коробка треснула. Зацепка. Сейчас мы быстренько выясним. Вот он, Виктор, враг Лаки. Все, блядь, спалился. Придурок. На такой тупой херне. Точно? Ну? Да точно. Че я думать буду? Ха. Мужчины музыку слушают, сидят, смотрите-ка. Еще же сложнее нету, правильно? Да куда еще, блин, сложнее? Комплект Home Professional. Все, это последний уровень сложности. Я прошел всю игру, это записывайтесь на курсы там по детективизму, приходите платить. Простите, деньжат пока нету для того, чтобы учиться таким вот великим изыском. Однако игра на самом деле прикольная. Идею действительно можно развить во что-то больше, с целым, например, особняком. И не только по куклам, но и по разным аномалиям, знаете, там... Что-то вроде такого дома с экспонатами, такого музея. Было бы, наверное, прикольно. Ну и так,
Блин, надо будет попробовать, чисто для себя посмотреть, также проанализировать, как буду я лажать. Но спасибо огромное за данный ролик, респект и лайк, поддержите автора оригинала, комментарий, колокольчик, заходи, само собой, по вкусным ссылкам в описании, и спокойной ночи, дружки-пирожки.